свято подяки, праздник благодарения Деве. Объединил христиан, верующих разных конфессий, разных деноминаций. Слава Иисусу! На веки слава! Так, здрасте. Слава Богу. Слава Богу, здрасте. Владик. Вот такие здесь встречи с верующими. Слава Богу. Давайте, братья, сюда. Давайте. Сюда? Да, да. Вот, одесную пошую. Он тебя выключил. Ну, дай другой телефон. Не православный. Откуда, братья? Спасибо. С Богом. Аллилуйя. Вот такие встречи здесь. Праздник благодарения, свято подяки. И уже второй раз в Украине празднуется. Верующие разные конфессии, разные деноминации вместе славим Бога, благодарим Бога за все. И сейчас было богослужение, такое общее такое богослужение, общехристианское. И сейчас есть верующие разных церквей, разные конфессии, разные деноминации. И вместе славим Бога. И продолжается весь праздник этот, собственно, весь день. Майдан исключает, мы как раз вот ради этого празднества. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Пусть Бог благословит Украину сегодня. И особенным образом Киев во имя Иисуса Христа. Аминь.